Дядя Миша! Это Патио! А Патио! Где твоя Хиляль, Зейра? Нету. Нету. Иди позови ее. А ну постучись, скажи, Хиляль. Это... Зейрашка, это чтобы другие маленькие дети, чтобы не вышли и не убежали. Сейчас Хилялька придет, твоя Хиляль. Любишь свою Хиляль, да? Мамина золотая. Ты что задумался, Аслан? Задумался мой мальчик. Иди посмотри, что они там делают без тебя. Аслан, смотри, Ляля. Аслан. Ну все, пошел. Смотрите на эту попрошайку. Посмотрите на эту попрошайку. Все, что мама кушает, все ему нужно. Завтракала сегодня турецким завтраком. Каймак, мед, хлеб, все ушло. Сейчас я ем на сгущенку с этим, с печеньками и чаем. Мы проспали с ним 2 часа, мама легла поспать, и он пришел к мамочке, рядом с мамой поспал. Он реально как мой 3-й ребенок, честно. Вот, проснулись и захотелось чая. Ему тоже, видите ли, сгущенку подавать. Если ему что-то хочется, он вот так вот лапками вот сюда к столу тянется. Да? Да, Тутося? А тогда списка кучила. Мешает? Убираем. Слезай со стола. Слезай со стола, я сказала. Я печеньки тебе не даю. Я не думаю, что тебе печеньки можно. Но даже орехи она же кушает. Девочки, у кого коты печеньки кушают? Сладости кто любит? Чьи коты любят? Вот он, по-моему, сладкоежка. Смотрите, посмотрите. Теть! Теть! Давай, слезай. Левую нельзя на стол залезать. Слезай давай, слезай. Слезай, сказала. А ну-ка, быстро убрал попку со стола. Быстро! Бессовестно. А, вытирай, вытирай. Еще мама трогает. Я тебе салфеточку положила. Давай мы игрушки пока уберем отсюда. Нет, хорошо. Этими руками грязными не трогай, а то мама их стирала. Сейчас заново стирать придется. Наконец-то настало время, когда мои дети сами едят. Ну, иногда докармливаю, конечно. Чай наливать вам? Да. В стакан или в бутылку? Хорошо, докушайте, мама чай нальет, хорошо? Сейчас дам тряпочку, на тебе тоже салфеточку. Иди, кашу. Я нашел кусок. Не нашел? Поищи, солнышко. Повнимательнее чуть-чуть. Все найдешь. Иди кусок. Все мои. Ну, если вот так все собирать, конечно, Аслан не найдет кусок. Если ты все будешь вот так собирать, Эйра. Угу. Все мои, все мое. Все мои. Сестра-хозяйка. Эти мои. Покажи, Вось. Покажи мне, тут это моя соня. Покажи нам, что там нарисовано. Желтая машинка, по-моему. Это машина. Это мой. Зирашка, давай, собери что-нибудь. Чтобы это поделать. Давай, собирай. Ой, я, конечно, не хочу. А ну-ка, покажи, получилось собрать?
красивая. Какая ты молодец! Как сразу все собрала. Смотри. А, и ты паровозик собрал. Умнички, молодцы. Это вертолет? Это вертолет? Да. Ой, это не от нее, что ли? Блин, я такая косая, издалека не увидела. Правильно, мамина, это вертолет. Вот ее, по-моему. Вот так! Молодец! Молодец! Куда надо какать? Объясни этим птичкам. Да. На улицу разве можно какать? Зайрашка, на улицу можно какать? Нет. Нет, конечно. А птички такие невоспитанные какают на землю, да? Угу. Машина, стойте. Ой, 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 ой. Пошли. Ты поймаешь машину? Интересно. Вы куда идете? Садик. Садик. Что будете там делать? Мультики. Куда смотреть мультики? А? Какие туфельки? Аслана бывшие туфельки сегодня заиграла, делала. То, что носил год назад мой сын. Обувь. Некоторые Зехрашки. Хорошо. Некоторые модели, конечно, я не оставляю Зехрашки. Некоторые модели вот оставляю. Погладить надо сестренку, да. Сестренка куда идет? Зигруня, где твоя хиляль? Там, а ты куда идешь? Не обнять хочет. Ой, не могу. Почему, дядюшки? Ты как хочешь поцеловать? Спину хочет поцеловать сестренкину. Ой, какие вы у мамы молодцы. Вы любите друг друга? Зайрашка любит Асланчика? Он котенок. Он котенок. А ты? Ты сегодня кто? Я котенок. Ты котенок, да. А Зайрашка кто сегодня? Корова? Она на корову не похожа. Ты сегодня кто, солнышко? Ну, Муса! Ну, я не могу отучить их, вот не трогать то, что на земле. Солнышко, ты хотя бы не трогай. Вот, пожалуйста. Ну, куда ты ее несешь? Где была, на место, да? А лучше было бы, если бы вообще не трогали то, что на земле валяется. Ты сама залезла? О, какая ты молодец! Ты, Кать, ну ты всегда молодец. Откроешь, сынок? Звони, давай. Давай, кто заходит? Кути мультики сразу. У кого что? Этот сразу. Кути мультики, а Зайра сразу. Хиляль! Хиляль, скажи, я пришла! Почему меня не встречаешь? Я не встречаю. Ленсана Гельдем! Ленсана Гельдем! Кути мультики в садике. В садике. Ты какой мультик сегодня будешь смотреть? А Кисю. Про Кисю? Водичку дать тебе? Да! Хорошо. И нерде ама? Kim çıkardı? Bak kim var burada? Söylemeyi bunu da ojelerini göster. Ne renk onu söyle ojeleri. Benim ya. Bak. Nasıl süreceğiz şimdi ona biz oje? Benim yok. Ne yapalım? Ай, Аслана, любовь! Севиону! Это ты делаешь? Бензорюрмки, кими севиону? Михау!
На, выбирай. Я пью виде. Какой ты хочешь? Kim geldi aslında? Типа целовал сегодня Мехрина? Ты поцеловал сегодня? Ай, дядя! Опа! Эмди утонил. Отвела детей в сад. Очень быстро я, вот последние 2 недели вообще быстро ухожу. Оттуда нет проблем вообще никаких. Вы сами видели, как заходим. Асланчик просит мультик. Максимум полчаса он смотрит мультики. Потом где-то через минут 20-25 максимум выключает интернет, Wi-Fi. И он еще где-то минут 3-4-5, ну, судя по мультику, смотря какой мультик, он еще производит, воспроизведение еще идет, потом отключается. И все. А Аслан видит, что не работает, грузится, 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 не работает, сам оставляет телефон. Вот. Погода сегодня 21 градус. Для детей, вы видели, я одела уже потеплее, да еще и ветер. Вот в местах, где нет солнца, холодновато. Мне, например, даже вот сейчас вот я иду, мне холодно, уже вот так не выйдешь. Хотя внутри мальчика, но уже холодно. Уже все. Сегодня 30 сентября, но в принципе понятно, что должно быть уже прохладно. А вот если нет ветра, то нормально, еще вот так можно побегать. Я домой купила себе булочки. Сегодня булочки будут с кофе. Приготовлю себе кофе. Первый раз за все время, я не знаю, за сколько месяцев, даже, наверное, за несколько лет, я решила посмотреть фильм. Пока только начало. Смотрите на мое солнышко. Лео тоже вместе со мной смотрит. Лео! Лео! Ушками дергаешь. Лео! Эй, обижусь! Вот, ты тоже хочешь фильм смотреть, да? Смотри, смотри. Сегодня домашними делами не занимаюсь, глажки нет, стирка совсем чуть-чуть, пыль протерла и все. К вечеру кушать приготовлю что-нибудь и все. Сегодня решила дать себе поваляться. Ой, кушала. Сыр застрял. Итак, мои хорошие, я сегодня целый день провалялась дома. Отдыхаю. И вот вышла, представляете, буквально на 5, ну 7 минут меня не было. Я быстро сбегала в магазин. Мне нужно было овощи купить и фрукты. Вот. И за это время пришла посылочка. Ну, я попросила оставить ее в магазине. Как всегда, на два пакета разбили. Вообще, мой последний заказ почему-то они разбили на 3 пакета. Предыдущий я показала или нет? А, нет, сейчас покажу. Хотела все вместе показать. Лео, ты будешь смотреть, что мама купила? Это все опять-таки одежда для детей. Наверное, возникнет вопрос, почему я детям покупаю так много одежды. Да, одежды у нас немало. И я ее покупаю, так как детей у меня 2, не забывайте. Во-первых, детей 2, во-вторых, они вырастают из какой-то одежды. Какая-то одежда, ну, после стирок приходит, ну, не совсем такое непроглядное состояние. Что-то растягивается, где-то пятно появляется, которое не отходит. И, ну, короче, ну, всякое бывает, да. Что-то надоело. Поэтому я постоянно обновляю мой гардероб. Вот этот вот один заказ мой был, они его почему-то на 3 пакета разбили. Вот штанишки, три штучки идут вместе, это домашние штанишки. Они идут, назывались пижамные штаны. Их можно как пижамы использовать, можно просто как домашние штанишки. Серенькие, возраст 4-5. Серенькие, вот простые, без никаких рисуночков. Такие серые я всегда беру в тоненьком варианте и в толстом варианте, в плотном варианте. У нас есть и в тоненьком, и в плотном варианте, но уже из них Аслан, скорее всего, вырос, они могут остаться из игрушки. Вот. Ту-ту-ту-ту-ту. Со зверюшками и оранжевые. Они вот так идут комплектами, и точно так же комплектами можно подбирать футболочки, там, я не знаю, кофточки и так далее. 3 штучки, они стоят 80 лир.
Так. Открываем. Вот этот вот процесс я не очень люблю. Возьми. Это открывание. Угу. Это тоже штанишки. На этот раз я не покупала вот именно вот это Аслану, именно вот это Зихре. Что-то есть, конечно, именно Аслану, именно Зихре, а так в основном это может и Аслан носить, и Зихра носить. Такие расцветки. Это тоже у нас на 4-5. Оранжевый, такой поярче, чем этот. Поярче и потоньше. Эти поплотнее. Ой, не знаю, цена вырезанная. Тоже с животными. Яркое все. Я очень люблю все яркое на детях, потому что когда они вырастут, ну, вряд ли они будут носить это все яркое. Пойдут все скромные цвета и так далее. Да-да-да. Ой, люблю, люблю. Ну, в принципе, здесь вещей не так и много. Две пижамы вот эти толстые, зимние. Я постоянно покупаю каждый год такие пижамы. Прошлогодние у нас на 3-4 года, которые от Асланчика, они ему уже будут маленькие. Их будет Зихрашка носить. Они в хорошем состоянии. А эти я взяла на 5-6. Две штуки одного размера. Они толстенькие такие, знаете, зимой хорошо. Снизу бодики, вот эта вот пижамка и открытое окно у нас бывает. А мои дети не укрываются практически, поэтому толстые пижамы. Одна пижама стоит 120 лир. Взяла я две штуки одинаковых размеров. Одинаковые, в принципе, там выбрать не из чего было особо. У этих пижам особо красивых расцветок тоже не бывает. Две одинаковые. Так. Они точно лишними не будут. У нас сейчас три штуки такие еще в шкафу лежат. Ну, с прошлого года. Теперь под пижамные штанишки, которые я вам показывала, я подбирала пижамный верх. Да-да-да. Лёва. Это тоже идет набором. 90 лир, 3 кофточки. Лёва. Лёва. Поняли, да, теперь почему я выбрала именно вот эту расцветку штанишек. Они потому что все друг с другом сочетаются. Ну вот это вот чуть-чуть может быть под вопросом. Это с серыми штанишками хорошо будет и с черными. С черной кофтой точнее. Вот так вот будет хорошо сочетаться. Так, эта кофточка, ну в принципе... И с яркими этими будет сочетаться спокойно. И с такими более бледными тоже сочетается. Тут вообще без проблем. А эта кофточка, ну, вообще с любыми штанишками. Эти. Тут даже эти спокойно сочетаются. Вот эти лучше всех сочетаются, штанишки с этой кофточкой. Что случилось, Лео? Ну, серые тоже, они под все подходят. Короче, как-то так. Вот так я подбирала это все. Были, конечно, варианты купить просто отдельно пижамные костюмы, но мне то верх не нравился, то низ не нравился, то расцветка не нравилась, то нашего размера не было. Поэтому я вот решила взять так. Ну, качество... Я очень люблю Вайкики. Вот детская одежда у них прям просто прекрасного качества. Иногда хорошую женскую одежду тоже можно найти, футболки в основном. Мужские футболки и рубашки тоже мне нравятся от Вайкики. Вот. Дальше смотрим. Тоже пижамы. Тут все в основном пижамы, потому что нужно на ночь уже утепляться. 4-5 возраст. Тоже пижамка яркая. Сколько она стоит? 50 лир. Штанишки. На этот раз все штанишки брала снизу вот такой вот резиночкой. Почему? Потому что я не люблю, когда без резинки они такие широкие, как шаровары бывают. А вот эти всегда они аккуратно садятся. Вертолетики, самолетики, все, что любят мои дети. Ну, это для мальчика в основном, я думаю. Посмотрим. Так, здесь пижамки.
Для Зайрашки две пижамы в наборе 90 лир. Две пижамы идут. Вот такие они. Вот такая кофточка. И простенькие штанишки без ничего. Размер 3-4. 3-4, но чуть-чуть великовато, я думаю. Посмотрим. Ну, пижама, в принципе, должна быть свободна. И такой же вариант. Штанишки. Кофточка. Их можно носить и так, и, в принципе, менять. Вот. Поняли, да? 90 лир – это очень хорошая цена. Так, с пижамами детскими все. Теперь пижамы мои. Один раз я брала у Вайкики пижаму. Последняя пижама, которую я брала для себя, это была Вайкики. Мне она очень понравилась. Качество было прям даже лучше, чем у Пейнти, которые стоили в 3 раза дороже. Поэтому я решила взять вот Вайкики еще себе пижамки. Размер я взяла эмочку. Ой, как хорошо, что я взяла М, а не больше. Потому что они широкие на самом деле. Я думала, мне нужна будет элочка. Все-все хлопок. Все, что я показываю, это хлопок. Вот такие штанишки. Простенькие. И футболочка. Сколько стоит пижама? 130 лир. С длинным рукавом. Это мне на зиму. И еще одна пижама. О, прям хорошая такая ткань. Тоже 130 лир. Радуга-дуга. Размер я взяла элочку. Эти посвободнее. Вот. Ой, да хорошо все пахнет. Так. Как же без носочков? Без носочков я не могу. Каждая покупка у меня заканчивается покупками носок, потому что, ну, их всегда не хватает. Всегда. Сколько есть, их не хватает. Размер 26-29. Ну, это даже, ну, это даже не 26-29. Это, по-моему, даже 29. А это большие. Тоже 26-29. Ну, в принципе, меньше размера не было. Если бы меньше было, я бы взяла меньше. Сейчас Асланчик носит у меня 26. Но они большеватые. Эти вообще большие. Но останутся. Они никогда не бывают лишние, потому что я люблю носки однотонные. Или максимум, чтобы там один какой-нибудь маленький небольшой рисунок был. Почем носочки? 25 лир. 30 лир. Почему разница? Может, количество? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Нет, количество одинаковое. Не знаю. Ну, видимо, разница. Короче, носочки. И взяла одну такую курточку. Аслану хотела на вырост, но что-то я так смотрю на нее, на 4-5. Думала на следующий год, но что-то я смотрю на нее, по-моему, она и в этом году ему будет хорошо. Тепленькая. Рукава не утепленные, но, в принципе, рукава и не нужны. Сколько она стоила? 160 лир. Классно, мне она нравится. Вот все покупки мои на сегодня. Вот здесь где-то на 1000, чтобы не соврать, 1180 лир покупки. Где-то 1180-1150, точно я не помню, потому что они на 3 посылочки разбили. Тут сейчас не разберешь, третью накладную мне не разъясняют. Вот так вот, мои хорошие. Что понравилось, что не понравилось, как всегда, пишите. Так, и кораблик, и полицейский собрал, да? Еще что у нас осталось? И трактор. И паровозик, да. И вот это, и тарелки, и кораблик. Угу. Что еще будешь собирать? Все, солнышко? Много-много буду собирать. Я солнечко собрал. Солнышко, ты села на картиночке. Встань, пожалуйста, сюда к маме подвинься. Все, все.
Пускай она соберет все. Ты больше не кушаешь нектарин? Давай мы его сюда положим. Это мой. Ну ты же не кушаешь. А, ты просто его держать не хочешь, да? На, сюда положим. Ой, потом оттуда заберет. Он заберет. Никто не заберет. А. Солнышко, а ты еще хочешь? Да. Я тебе дам с холодильника. Это оставь все хрошки. То, что упало, подними, положи на место. Я тебе принесу сейчас. Мне главное не говорить, что хочет. О, Господи, они и сюда наклеили. Я только сейчас заметила. Ой. Зеленых нектаринчиков уже нет. Закончился. Они сегодня неплохо поели, особенно Аслан хорошо поел. Потому что он сегодня днем в садике очень мало ел. Мне сказали, что он в садике очень мало сегодня поел. На, солнышко. Ну ты же не доела свою зигра, он доел. На. Сюда положу. Так, что ты? Ты еще что собрал? Подходит, конечно. Это просто желтая машинка. Ты что собрал, солнышко? Я правильно, кажется. Мне тоже кажется неправильно. Ты с этой стороны садись, чтобы ты видел, что собираешь. Оттуда тебе плохо видно. С этой стороны, если смотреть, видно. Угу. Так. Когда я не снимаю, он так болтает во время игры. Как только я... Ну вот, ну все, пойдем в туалет. Я хочу на горшок? Да. Ну садись тогда сама на горшок. На горшок она у меня сама садится. Так ты писить или какать? Так. Повернуть к тебе их, солнышко? Нет. Нет? Удобно тебе так? Мне кажется, все-таки ты должен здесь сесть. Ты когда здесь сидел, ты все хорошо, правильно собирал. Оттуда тебе не видно. О, правильно. И это правильно, молодец. Как и солнышко. Коробочку. Угу, молодец. А скорая помощь чем занимается, солнышко? Я какую. Молодец. А зачем ты ноги положила, так? Вот так надо класть ножки, да? Ну, молодец. Асланчик, скорая помощь, машина чем занимается? Спасает людей, правильно. Солнышко, а ты спросай, какой, может, перестанешь рассказывать? Не в семье. Потом сниму еще.